Всем привет, друзья! А перед началом просмотра видео попрошу вас подписаться на наш канал. Ну а мы начинаем. Входившее число крупнейших российских композиторов Сергей Слонимский скончался на 88-м году жизни в Санкт-Петербурге. Советский и российский композитор Слонимский ушел из жизни в возрасте 87 лет утром в воскресенье 9 февраля 2020 года. Причиной стала длительная болезнь. Сергею Михайловичу удалось стать авторитетным музыковедом и педагогом. Он успел создать 8 опер, 3 балета и 34 симфонии. Также ему принадлежат произведения для кинематографа, театра и эстрады. Ставить рядом с ним некого, оценили его заслуги в Союзе композиторов. Слонимский в звании профессора воспитал многих композиторов, получил серию престижных государственных наград. Его заслуги были отмечены и за рубежом. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. На этом мы с вами прощаемся. Всем пока.